На паркете в шенкенском спортзале при школе номер 55 финалисты турнира 4 по баскетболу. Борьба между молодежными командами развернулась не на шутку. Ребята показали хорошую отработанную технику, а эмоции спортсменов и болельщиков зашкаливали. В традиционном 24-м по счету баскетбольном турнире 4 принимает участие 12 школьных команд. Однако до финала сумели дойти лишь 4 сборные. Это воспитанники школ номер 33, 55, 8, а также двукратный чемпион школа номер 41. За вторую ступень пьедестала и за серебряные награды борются команды школы 55 и 8. 24 года школы играют между собой. В чем особенность? Особенность в том, что играют выпускники до 19 лет. Это, конечно, поднимает уровень этих соревнований. Борьба двух этих команд принципиальна. В прошлом сезоне команда 55 уступила 8-й гимназии и заняла лишь 4-е место. А в этом году спортсмены в фиолетово-белой форме решительно намерены взять реванш. По игре можно сказать, что хозяева паркета техничнее учеников гимназии. Штрафные им удается забивать без особого усилия. Однако завоевать серебряные медали им так и не удалось. Команда сильно устала, соперники оказались не из легких. Но все же нам удалось войти в тройку. В следующем году планируем занять 1-е место. Будем готовиться. Изрядно подустав, участники турнира 4 выходят на паркет для получения долгожданных медалей, дипломов, призов, а главное – вручения переходящего кубка. Первыми наградили бронзовых призеров – баскетболистов 55-й школы. Следом за ними на паркет выходят воспитанники гимназии номер 8. Им удалось завоевать серебряные награды. Золото и переходящий кубок достался… Впервые за 24 года трехкратным победителем турнира 4 стала 41-я школа. И это дает им право оставить кубок в стенах школы на всю жизнь. Тренировки, все. Командная игра, да. Тренировались много. 41-я школа!